прекратите немедленно, идет экзамен. Кто бил в барабан? Ах, это опять вы. Я так мечтала, так мечтала. Ну, поймите же, наконец, что искусство безжалостно. Ну, осенью опять будет набор. Ну, тогда, возможно. Лида, вы давно стоите на коньках? С 8 лет. А вы? С 5. Вот видите? Так ведь у меня... Балет на льду – это не просто танцулька, это труд. Я знаю, я не понимаю. Балерина, исполняя номер, теряет весь ровно столько, сколько молотобоет за смену. Так у меня всего 47 килограмм. Но все равно, тренироваться надо зимой и летом. А где я буду тренироваться, когда нас в Полтаве нет и летом льда? Ну, купите себе роликовые коньки и тренируйтесь на асфальте. Такое симпатичное растение. Да. А что? Разрешите для сохранения. Прошу. Поскольку вы на колесах, то должны знать правила движения. Почему едете по осевой? А может быть, я как раз ее и ищу, эту осевую линию, в своей жизни. Интересно. А куда путь держите? На Северный полюс. Жаль, не по пути. А то, может, подвезти? Ничего, как-нибудь доберусь сама. Ах, вот как. Именно так. Старший лейтенант Подорожный. Документы. Да. Развлекаемся? Товарищ старший лейтенант. Ну. Товарищ старший лейтенант. Ну. Понимаете, занесло. Вижу, куда занесло. Проезжайте.
Есть не буду. Засушу. Для компота. На память о вас. Бросьте вы эти картинки. Трасса, вот где красота. А вам не надоедает каждый день одно и то же? Что вы, представьте себе, Ялта, Карпаты, сады Винниц, золотые хлеба Полтавщины, нынче здесь, завтра там. Вечное движение. Песня колес, песня сирен. Жертв нет? Судя по началу, жертвы будут. Опять девушка. Эх ты, бродяга, еще б немного, я не знаю. Ты понимаешь, хотел проскочить, а она заглохла. Давай, заводи. Несчастье, пусти. Послушай, дружочек, у меня реактивная скорость и люди. Понимать надо. По местам, товарищ, по местам. А у меня искусство. Это вы называете искусством? Послушай, у меня срочный груз. Каждый стиляга еще указывать будет. Проезжай. Это кто стиляга? Кто стиляга? Тебя бы такой чучел на асфальт не пускал бы. Очищай дорогу. Ты нацепил золотой краб и задаешь. Замолчи! Перестаньте! Какой шофер, такая машина? Пойдем отсюда. Приезжай. Хулиганство. У меня груз, который строится. Подумаешь, капитан. Да просто связываться с ним неохота. Я бы ему показал. Имел бы дырку в талоне. Поехали. Ребята. Курортник. А вы, я вижу, отчаянная. О, вы меня еще не знаете. В самом деле, кошевой, Слава. Добрый вечер. Почему? Людмила, добрый вечер. А это мой напарник. Грач, Валерик. Здрасте. Вообще-то мне бабушка запретила знакомиться с незнакомыми. А что сказал батька? Ничего. Он в Индии завод строит, монтажник. О. И вы что же это, на роликах? Прям в Индию? На них далеко не уедешь. А вы, я вижу, далеко стремитесь. Эх, если б все мечты сбывались. Многого захотели? Не совсем немногого. Сначала мечтала стать диктором на телевидении. Так. Не прошла по конкурсу. Что-то там с дикцией. А потом мечтала быть стюардессой на Ту-104. Но... Не вышло. Но зато осенью опять буду поступать в балет на льду. Эффектную профессию ищите. А я люблю все красивое. Тогда у вас большой выбор. Вы манекенщица, не пробовали устроиться? А что в этом плохого? Да ничего плохого. Ходи себе по стенду. Крути фигурой. Никакой ответственности. Эффектно. Остановите автобус. Почему? Остановите, а то спрыгну. Ну вам же дальше. Ничего, я здесь выйду. Вот, сдачи не надо. С таким характером из вас ничего не получится. Нет, получится. И учтите, не место красит человек, а человек место. Укрглавстекло, фарфор, промтех, снабсбыт. Это как раз то, о чем я мечтала. Запишем. Экскурсоводы туристских машин. Туристских машин. Месье, посмотрите налево. Сеньоры, посмотрите направо. Леди и джентльмены, не угодно ли обернуться назад? А
Интересно. Шевченко 9. Шевченко 9. Прошу вас. Благодарю вас. Фу, черт. А ничего, они ручные, домашние. Вы мне не скажете, как пройти... Скажите, как пройти на площадь Шевченко, а? Прямо. Вам, конечно, с сиропом. Да. Ой, нет, нет, нет. Вы экскурсоводом? Да, туристских машин. Да. Ну, а что вас, собственно, привлекает? Трасса. Карпаты, Ялта, сады Венеции, золотые хлеба Полтавщины. Да, действительно хорошо. А ты вот сидишь тут в конторе. Девушка, эта работа не для вас. То есть почему это не для меня? Пожалуйста. Ну что это? Вот. Ну, автобиография. Да. Ну, родилась, училась. Аттестат зрелости. А это что? Справка. Дана Людмиле Добрый вечер в том, что у нее есть талант. Действительно, до 1 октября. Бабий на линии. Что же это получается, товарищ Бабий? Я снова остался один. А что случилось? Она с печатью. Да подожди. Бензозаправщица Петренко. Та, что вы прислали. То опять сбежала? Хуже. Замуж вышла. Вам там смешно, а я от этих дел до пенсии не доживу. Присылайте на бензоколонку красоток. Ну, позвони попозже, Панас Петрович. Снаряжаю автоколонну. Да, действительно, положение. Вместо бензина снабжаем трассу невестами. Колонку гарантии. Девушка! А? Послушайте, девушка, заправщицы на бензоколонку пойдете? А что это? Иди, землячка, иди. Курорт, честное слово. Солнце, воздух. И бензин. Трасса, лучшие люди на виду. Артисты, министры, генералы, шоферы. Шкера борода. Космонавты на днях проезжают. Представьте себе, девушка, островок степи. Весь сада. Тишина. Ну как, согласны? Асфальт там есть? А при чем тут асфальт? А мне тренироваться надо. Я осенью в балет на льду поступаю.
Недостача. Конфеты кис-кис 2 килограмма. Где кис-кис? Но имейте снисхождение к женской слабости. А пиво и тоже женская слабость. А печенка? Где печенка? Короткая у вас память, Панас Петрович, насчет печенки. А, правильно. Печенку я ел. Ванечка. Рахнеда Карповна, я лицо ревизующее буфет. А вы лицо ревизуемое. И никаких паничек, понимаете? Всю жизнь делаю ошибки. Вот и учусь на них. А вам кого? А мне вот... Вот... Направление. Рыбонька! Красавица ты моя! Бензоколонка образца 1954 года, полуавтоматическая. Колонка для масла. Берешь, вставляешь, нажимаешь, заправляешь. Тут тебе, рыбонька, конечно, не курорт. А? Говорю, не курорт. Все спешат, нервничают, иной раз у шофера не то слово срывется. А ты не обращай внимания, береги здоровье. Главное, вперед не суйся, сзади не оставайся, в середине не болтайся, но инструкцию выполняй. Пожалуйста. Нет, спасибо. Напрасно, продляет жизнь. А это сокращает жизнь. Петрович, новенькая. 19-е, но... Привыкайте, люди у нас хорошие. Колонка образца 1954 года, автоматическая. От 5, 10, 15, 20, 25 и так далее до 100 литров. Включаешь здесь, автомат начинает работать, следишь за счетчиком, идешь в контору. Записываешь. Выписываешь. Отмечаешь. Идешь. Получаешь деньги. Идешь, считаешь. Фиксируешь. Отрываешь. Ставишь печать. Идешь. Выключаешь. И это все? Все. Ха, велика премудрость. Правильно. Но если хоть на минуту задержишь движение, создашь пробку. Куда ты прешь микроб малолитражный? Где эта чертова заправщица? А я не знаю, где у этой машины бак. Да вот. Ты что хочешь, чтобы молоко скисло? Да вы не волнуйтесь, я же вас заправляю. И ваши порошняк заправляете в последнюю очередь. У меня титры надо. Сколько было заправщиков, вы и такую вижу. Давай, давай. Дай хоть 10 литров. Да пойми ты, у человека свадьба, первый раз женится. Thank you.
Заправщица! Заправщица! Спишь на работе, деваха! Заправляй! Мамуню кричите, а будете грубить, вообще ничего не получите. Цыц ты! Нет, это вы цыц, пожалуйста! Понаставили здесь фитюли. А то кто фитюльки, какие еще... Фу! Товарищ водитель! Старший лейтенант Подорожный. Медведь. Документы, пожалуйста. Ну? Сейчас. Медведь. А. Александр Ефимович. Да. Знатную машину вам доверили. Да. Водитель первого класса. Да. Грубите. Нет, я не рыб. Как нет? Да. И кандидатам наук пробиваю. Умнеют. Эй, куда смотришь? Куда смотришь? То милиции на нервах играет, а то... Тебе бы парикмахерской... Из пульверизатора прыскать. Эй, ты, фитюлька! Сюда. Чего? Сколько литров увез? А? 370. Я ж тебя предупреждал. Ну что ж, рыбонька, высчитаем теперь у тебя из зарплаты. По инструкции. А слезами недостачи не перекроешь. Вот так. Сгибая руки в стороны, будете делать вдох. На следующие два счета, сгибая руки, выдох. Ролики! Поставьте ноги на ширину плеч, а руки согните в локтях. С приездом! Ладонями. Приготовились? Вот да. Делайте выдох. Разогните руки в стороны, пальцы. И уеду, а что? А кто за недостачу 370 литров горючего платить будет? Панас Петрович. У бабушки займу и вышлю. Бабушки? А кто бабушке помогать будет? Ну хорошо, я долго отработаю и все равно уеду. Уеду, уеду. Как тебя отпустили?
Афанас Петрович, ку-ку. Внимание! За грубость на трассе команде дорожников назначаю 11-метровый. Ротор волнуется. Внимание, внимание, не удар! Оу. Аплодисменты! Ликует народ на стадионах, как и ложь. Да, сейчас, значит, проверим. Там у вас женщина. Где? А, Людмила. Уступила ей свою комнату временно. Как говорится, ударил заботой и вниманием по молодым кадрам. По молодым? Опять ревнуете? Я? Да. К этой красавице? Чтоб мне до пенсии не дожить, увезут. Понимаю, миленькая. Понимаю, почему ты бежать задумала. Правильно. Беги отсюда, куда глаза глядят. Господи, тоска зеленая летом, желтая осенью, белая зимой. А что делать? Уволиться по собственному желанию. Да, не отпускают. А ты работай так, чтобы тебя уволили. Так что ж я могу сделать? Вот примерно по инструкции. Бюрократизм. Плохое обслуживание. Грубость и волокита. А что, если мне применить именно грубость и волокиту, а? Бензин есть? Фу, валов деду не заправляем. Спасибо, дед. Новенькая? А это? Сюрприз. А скажите, девушка, в каком фильме вас мог видеть, а? Курить запрещается. Не горит. А у меня инструкция. А ну, подними. Поднимай, поднимай. А куда? Вон туда. Да не туда, в урну. Прошу вас. Ну, спасибо. Хватит командовать. Прошу заправлять с моим коломбином. Вашу машину я заправлять не буду. Это еще почему? А потому что машина грязная, шофер тоже не брит. Да? Да. А ты что, санинспекция, что ли? Заправляй, тебе говорят. Волокиту разводишь. Именно волокиту. Жалобная книга вон у диспетчера. Афанас Петрович. Грубиянка. Ой, и он еще обижается, а? Да вон с кого надо брать пример, картинка. Всегда пожалуйста,
Будьте любезны. Вы только посмотрите на него, посмотрите. Работник кино ездит по трассе, а? А машина-то какая? Каков шофер, такая и машина. А ну-ка, дай сюда кепку. Дай-ка кепку. Вон, вся в авто ли, бензином воняет. Он называется красоту, в массы везет. А сам на этой красоте экономит. А ты не груби клиента. А я буду грубить. Тихо. Правильно грубить. По инструкции требует. Дорогой, нам инструкции. Да разве так грубить надо? Да. Хорошо. Видели? Все равно правильно. Просто связываться неохота. Да, милочка, грубить не каждый умеет. Тут талант надо иметь. Ну и что? Не получается с увольнением, так придется налаживать жизнь на месте. Зачем? Отработаешь долг и приветик. Да, аванс. Какой аванс? Минутку. Я аванс взяла, бабушке послала. Ну, тогда тяни день до вечера. Я так не умею работать, Рогнет Карпин. Скажите, не умею, а если надо? Да чему вы меня учите? Вы бы лучше на своем буфете подумали, у вас... Салфетки на вес золота прямо. Какая культурная. Да стыдно смотреть, смотрите. Летом бумажные цветы. В буфете ни свежего огурчика, ни помидорчика. Прям как будто не на Украине живем. Пиво всегда кислое у вас. Малохольное. А ну и заяц кур развели. Грубиянка. Иду. Помнишь, там обед? Да. Вот как у нас встречается кресло? Я в сторону. Он в сторону. Батюшка старовер? Да нет. Мне 2 по 100 и в 1 посудину. В 1 посудину не положено по инструкции. И огурчик. Прошу. К полумерам не привык. Боже, заправляется, подшипники плавятся. Учтите, отец, автобус отправляется без предупреждения. Фу ты, господи, чуть было всю обедню не испортило. Ну как это без предупреждения? А? Безобразие. Кто тут у вас главный? В диспетчерской. Кто здесь главный? Кто главный, я спрашиваю? Неудобство, дочь моя. Почему радио не глаголит? Нехорошо. Отошел, допустим, человек по своим делам, а автобус того нехорошо. Надо бы оглашать по радио. Правильно, товарищ. Ой, простите, гражданин батюшка, правильно. У нас даже микрофон есть, а почему-то не пользуемся. Напрасно. Мечта моя... Виктором устроиться. Виктором? Ага. Может, попробуйте? С удовольствием. А ну-ка. Что же, батюшка? Это упражнение что? Для дикции. Тренируюсь каждодневно. Миряне, проси вас. Граждане пассажиры, внимание! Отправляется автобус-экспресс по маршруту Донецк-Киев. Батюшки, что? Свой автобус отправил. Стойте! Стой! Остановитесь! Остановитесь! Ах ты, почтеннейший блеститель. Ну, какой же это сервис? У меня в автобусе вещи украдут? Эй, батюшка, в Бога верите, а людям не доверяете. Садитесь. Как? Догоним. Это же великолепно, великолепно. Еще раз убеждаюсь. Величие человеческой души. Растрягусь, ей-богу, растрягусь. Догоняйте. Панас Петрович! В чем дело? Панас Петрович, ну что ж это получается? А? Даже поп, можно сказать, человек отсталый, тот на
нам глаза колет. Ну разве можно так работать? А что мне пол? Я 17 лет на этой бензоколонке работаю, и кроме благодарности никаких взысканий не имею. Фанас Петрович! Не понимаю, чего тебе еще не хватает. Да вы посмотрите, как мы живем. Как в каменном веке. Ни кино, ни телевизора. А ведь тот же самый Тарас мог бы здесь картины показывать. Рыбонька, шофер приехал, заправился, и поминай его, как звали. Нужно его твое кино, театры. Да, потому что у нас никакого сервиса. Чего? Сервис, культурное обслуживание. Да что, Фанас Петрович, ну что нам стоило вот такой вот почтовый ящик прибить? Ну, я заправляю машину, а шофер в это время домой пишет. Во-первых, строкан своего письма, шлю тебе привет с бензоколонки 3418, а? Фанас Петрович, организуем клумбу с самыми красивыми цветами. Ассигнований нет. Да ну, я попрошу шоферов, они мне привезут из Крыма роз, Карпаты, Дель Вейса. Бесплатно? Да. Пожалуйста. Да, Фанас Петрович. Фанас Петрович, порожняк заправлять не будем. Ну, что ты прилипла, а? Почему не заправляют? Как почему? Потому что уборочные, они воздух возят. Знаете что? Выпустим стенгазету. Или это окно сатиры. Что? Только не сатиры. Ну почему назовем бензонасос или это гвоздь в шине? Ты понимаешь, я не... Ну, Фанас Петрович, не... Очень много пассажиров с детьми, правда ведь? Организуем детскую площадку, посыпем песочку, маленькую карусель такую поставим, а? Карусель, да. Песочек. Слушайте, театр у микрофона. Может быть, тебе еще дворец бракосочетания открыть? А почему бы и нет? Вас первый раз слышал. С кем? А где ты кладешь? Неплохая пьесочка. Срочно. Да ну! Мне при каждой ревизии не достаточно. А поженились бы, все наладилось, даже в буфете. Нет, на гвоздь в шине я согласен. Да? Да. Вот тебе сумма. Спасибо. Пойди и купи... Пузырек с тушью. Кисточку. Краски акварельные. И эти... Кнопки, да? Кнопки. Мала. О, велика. Да. О. Трудная работа у нас киномеханика. День и ночь на колесах. Кино в массы, деньги в кассы. Ну как? Деятель. Прошу простить. Подходите. О. Свет, глаз. Прошу, извините, полюбопытствовать, что девушка... Что, папаша, нет, это просто директива вышла. Всем работникам искусств одеваться по моде. Тогда... Тогда осмелюсь предложить. Конюх Семен дюжину взял. Говорит, на сбрую. А это что? Нагрузка. Беру. Прошу вас. Спасибо. Ну что ж, не будем экономить на красоте. Я тебе постучу. Сад ты мой, молодой, расцветай, словно май, словно юный, светлый, добрый час. Кто же он, мой герой, жду его одного, верю, счастье вдруг отыщет нас. На цветок заря порошею. Я хочу, чтоб был хорошим он. Сад ты мой, молодой, словно май, расцветай, к солнцу ясному тянись, где ты счастье отзови. Я одна, и весна вся в лучах, вся в ручах, согревает радость у меня. Не придут и мечты
цветут, как цветы. Знаю друга, скоро встречу я. Счастье, где ты, я тебя так жду. Сад ты мой молодой, словно май, расцветай в солнцу ясному тени. Где ты, счастье, завис? Так, вы все еще едете? О, это вы, привет. А я уж 3 раза в Ялте побыл. Ну? Что вы тут застряли? По вашему совету устроилась манекенщицей. И демонстрирую одежду пензозаправщицей. Как, здесь? Ну, вы же сами говорили, что не место красит человека, а человек место. Ничего не понимаю. А я это давно заметила. Ну, а как же с вашей мечтой? Ну как, видите, тренируюсь, а осенью в балет. Увезет. Не дожить мне до пенсии, уговорит и увезет. Ну и пусть. Подумаешь, было у нас тихо, мирно. А теперь никакого сервиса. Почему это никакого сервиса? А потому что со всей трассы теперь к нам заряжаться едут. Шум, гам, салфеток не напасешься. О, пожалуйста. Еще один. Видишь, вырядился. Сто грамм. Кружку пива. Лучше бутылку минеральной. Ох, морочишь ты голову. Наблюдайте. А? А вот он, между прочим, первый на трассе Дон Жуан. Ну, я ж говорил, украдет. Да что вы. Товарищ подорожный, прошу за мной. Стой! Стой, тебе говорю! Стой! Подожди! Вы меня, Панас Петрович? А? За провод постоянного клиента. С удовольствием. Прошу. Не требуется? Не требуется. Thank you.
Панас Петрович, а что это? Прибор для стройности фигуры. Людмила! Должник приехал. Вижу. Эй, деваха! Получи должок. Давайте. Ой, не та. Не та-та, здрасте. Скажи, пожалуйста, как видоизменилось? А? Слушай, 370 литров по 2,80 копейки, это будет 10,36. 10,36, да. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ты измени меня, что то так вышло. Да ничего, я понимаю. Раз, два, три, четыре, пять. Ты понимаешь, допекла меня эта автоинспекция. Ну, всю нервную систему так и нарушила. Раз, два, три, четыре, пять. И потом тяжелый рейс, двое суток не спал. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Тут 36 еще. 36. 10. 35. Ну, копейка за вами. Ага, мне еще 100 литров заправить. А это сами заправляйте. Ну вот, держи, раз. Нет, деньги туда. Куда? Вон туда. Это как же? А вот так же. Заправляйся, бросай деньги в кассу. Самообслуживание. Доверие. Скажи, пожалуйста, а? Панас Петрович. Да не смеши людей, балерина. Заезжайте! До свидания! Панас Петрович, а? Деньги. О, деньги, это хорошо. Должок. Ага, и вот. Не-не-не-не-не, уволить не могу. Не-не-не. Стой! Как это? А зачем я тебе на тушь выдавал? Зачем почтовый ящик нацепил? И вот докладную о детской качалке, понимаешь, ты пишу. Во-первых, не качалка, а карусель, мы говорили. Качалка. Нет, карусель, качалка. Карусель, сама говорили. Ты карусель. Сегодня сюда круть верть, завтра туда верть круть. Не уволю. Что? А? Нет, собственно, по какому такому праву, а? Никакого права не имеете. Надежда Карпина, а почему вы так хотите меня отсюда выжить, а? Тоже мне делать нечего. Ну что, вот опять бумажные, да? Много ты в красоте понимаешь. Да нет, мне все равно вам здесь жить. Придется вам, товарищ, добрый вечер, еще 2 недельки поработать. А это почему? А потому что, согласно инструкции, нужно подыскать замену. А заявление ваше перешлю начальству. Вот и все. Идите. Инструкции, начальство. Да? Панас Петрович, а я бы могла по совместительству и заправщицей. Это как же? Одной рукой бензин качать, другой пиво. По совместительству. В буфете и то порядку мало. Анас Петрович. И вот они опять эти мне говорят, такой же мне накладаю, а теперь что даже пиздец, как на заднем, что такое опасно. Захватите груз, тогда заправлю. А вы не груз, когда пойдете, мне сейчас по телефону будет звонить, шапных не удать мне, я не могу подтверждать, их пор, пока я такое сегодня сегодня дело все оформлю, на свадьбе только кошки не дропят, что пожалуйста. Какой сидят, все такое сидит, прости, опять такое сделать. Да вы понимаете, что он говорит? Он говорит, что если вы не заправите машину из яиц, вы лупите цыплята. Правильно, потому что опять такое сидел, не может. Да нет, как мне стыдно, порожняком едет и не хочет груз захватить. Факт, это же факт на вас, почему такое вешает. Ясно, берите груз и все. Да. Да что он твой груз, когда мы тебя сказали? Инструкция! Тогда грузите.
Дайте, пожалуйста, жалобную книгу. Что? За что? Обязаны предъявлять по первому требованию. Ну что ж, пройдемте, гражданин. Людочка, как настроение? Да ничего. Люди здесь хорошие, привыкаю. Вот видите, я же говорил вам. Ты что, издеваешься? Иди, иди. Евгений Онегин. Так это же чувство. Какое может быть чувство в рабочее время? Давай езжай. На, читай. Панас Петрович. Читай, читай. Дорогая Людмила... Что? Дорогая Людмила Васильевна, с тех пор, как я увидел вас, я перевыполняю план по кинопрокату. Потому что спешу скорее зарасходовать горючее и приехать к вам на заправку. Тарас Шпичка. Спасибо, Тарас. Приезжай к нам почаще. Товарищи, внимание, стульчики на место поставьте. Распорядись, пожалуйста. Есть. Увезет. Ей-богу, увезет. Этот Славка с экспресса, Тараски на передвижке. Нет, не уберегу кадры, нет. Бедный вы, бедный, Панас Петрович. Не жалейте меня. Всем руководящим работникам трудно. А вот меня и пожалеть некому. Для вас я только материально ответственное лицо. Ситуация. Людмила, а? Добрый вечер. Сейчас. Ой. Тарас, а что это такое? Вы извините, такая быстрая, что не угонишься за вами. Вот я и купил в Киеве. Так идите на асфальт. Падаю. Да бросьте, я вас подучу, идите сюда. Я боюсь. Да не бойтесь, идите, не страшно. Ну, разворачивайтесь так. Ну, знаете, только держитесь, ну, держитесь. Держитесь. Самое главное, держите спину и пряменько стойте. Вот так вот. Вот, ноги вместе. Давайте, так, вместе. Ну, раз. Ой. Вот видите. Ну что ж, вставайте. Не бойтесь, вставайте. Держите спину, я вам говорю. Ну, раз. Я сам. И, главное, вот так вот. Раз, два. И не бойтесь, отталкивайтесь ногами. Все это очень просто. Ничего страшного в этом нет. Хорошо. Хорошо, Людочка. И главное, Тарас. Куда ты меня тянешь? В балет на льду. Я не хочу туда. Я плохо катаюсь. Ты ничего, умеешь кататься. Чтоб я тебя последний раз на роликах видел, ясно? Я тебе покажу. Просто связываться с тобой неохота, курортник. Ну, погоди же, я тебе припомню. Тихо, дайте сказать, что за люди есть. Тихо! Да ты нам пасть не рассказывай, давай бензин! Уборочная, а у меня на нуле! Бензовозы застряли на объездной дороге у аварийного моста.
А я, поскольку не химик, из воздуха не могу бензин перерабатывать. Панас Петрович, ну дайте хоть 10 литров. Горю. А тебя каким ветром занесло? Ты же всегда в Полтаве заправляешься. Да говорят, с улыбкой бензин активнее. Эй, заправщица, другие кучи, все само непорядочки, да? Потом в Калтонскую себе с тобой пойдем, и заодно все мы с тобой оформим. Смотри, мне когда будет тебе некогда, ты с тобой там сел с тобой год назад, у меня такой славный звон, и все. Тарас. Что? Слушай, а кто должен ремонтировать этот мост? Два дорожных начальника. Борщ и Лопата. Ну? Никак не могут договориться. Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед. То есть Лопата. Вот граница моего района. Правый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ. Ну что ж, выходит, мост ничей, беспризорный, да? Так и запишем. А что вы, собственно, хотите от этого моста, дорогая? А я? Мост как мост. Прошу да? вас, можете убедиться. Ну, ну, ну. Вот, пожалуйста. Прошу вас, прошу вас. Если хотите по большому счету, так этот мост может стоять еще 1000 лет. Правда ведь? Совершенно справедливо. Прошу вас, прошу вас. Прошу, пожалуйста, прошу, пожалуйста. Допрыгались, а? Я так и предупреждал. Предупреждал вас. Гребите, гребите к моему берегу, милейший. Гребите, прошу вас. К моему почтеннейший. Ну-ка, подержи. Наряд на щебень, на песок. Что такое? В чем дело, а? Товарищи шоферы! Товарищи шоферы! Это говорю я, заправщица Людмила, добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, направо. Видите там дальний лесок? Видим. Вот там в карьере песок и щебень. А теперь посмотрите, пожалуйста, налево. Видите проселок? Видим. Там аварийный мост, где застряли бензовозы. И вот если каждый из вас сделает хотя бы одну ходку от карьера к мосту, то будет и бензин, и мост, вы меня понимаете? Ну, я вас очень прошу. А наряды? Да есть наряды, вот они, вот! Бака горючего нет. Водер горючее. По канистре на врата найдется. Тихо! В очередь. Да куда поставил? Он же без ножек. Вот это да. А вы говорите инструкция. Послушайте, холостой? Угадали. Да нет, я спрашиваю про бег холостой. А, сами видите. Ой, сверните, пожалуйста, налево. Так нужно. Ну вот просто позарез необходимо. Стой! Стой, Сашко! Ну, остановись ты на минуточку! Алло, автотрез? Товарищ Бабий? Заправщица, добрый вечер. Все машины отправляет налево. Ну, понятно, налево. Кто говорит?
Аноним. Поможешь. Подержи-ка, я затяну. Ну, что, ты не завтракал, что ли, ну? Это вы? Я. А что вы здесь делаете? Ну, как что, видите, помогаю вам. А я вам подарок привез. Да. А? Что? На минуту оставить нельзя. Подойди, пожалуйста, к телефончику. Бензоколонка на проводе. Слушаю, товарищ Бабий. Понятно, товарищ Бабий. Будет сделано, товарищ Бабий. Панас Петрович, Людмилу добрый вечер вызывают в трест по вопросу увольнения. Как увольнение? За что? Панас Петрович, а меня почему-то увольняют. Действительно, за что? Да ну. Подожди, разобраться надо. Ну, что там разбираться? Идем. Допрыгалась. Ну и дура ж ты, как я погляжу. Хлопцы, по машинам! Это ваше заявление? Мое. Но ведь это когда было? Ну, а теперь что? Вот, гора сигналов. А кто пишет? Аноним. Дал же Бог фамилию, а? Жалобы есть? Да вот... Пожалуйста. Дорогая Людмила, с тех пор, как я увидел вас, вы как тот огонек в степи, на который я лечу с надеждой. Книгу жалоб в почту Амура превратили. По инструкции, клиент требует, не имея права отказать. Во всей книге жалоб ни единой жалобы. И живем. Машины налево были? Это было. А я бы еще направила, если нужно для дела. А в общем, увольняйте.
Погодите, погодите, девушка, куда вы? Да невелика честь на вашей бензоколонке работать. Людмила! А что, Людмила, неправда, да? Ведь у нас только разговоров, что о бензине. Есть бензин, нет бензина, а о людях ни слова. Вот что вы говорите, когда шофер приезжает? Встань в очередь. Пожалуйста. А почему не сказать ему здрасте? Захотел заправиться? Пожалуйста. Заплатил деньги, заправился? Спасибо. Ведь он таких слов на трассе почти не слышит. Неужели это так трудно? А если человек устал, если он не может больше за рулем, так, пожалуйста, машину на профилактику, а шофера в душ, а за это время костюм ему вычистили, погладили, он побрился. Ведь... Это детский сад. Помолчи по нас, Петрович. Детский сад, да? А сколько я прошу вас сделать детскую площадку? Вот такую маленькую карусель поставить. Качалку. Качалку. Ну, хорошо, качалку. Не все ли равно? Ну, может быть, я что-нибудь неправильно говорю. А в общем, увольняйте и все. Погоди, погоди, Людмила. Ну, раз уж ты такая болельщица нашей трассы, так не поступить ли тебе в автодорожный институт? На какой факультет хотела бы поступить? Ну, если поступать туда учиться, я бы хотела строить автозаправочные станции. Ну, такого факультета у нас нет. Но он должен быть. Ах, должен? Да. Стало быть, будет. Вот тогда и поступлю. Да. Что это? А, это защитники приехали. Очаровало. Нет, они просто очень хорошие. Да. Ну, а что же нам делать с твоим заявлением-то? Порвать? Прошу вас, садитесь. Пожалуйста. Может, ко мне? Пожалуйста, будьте любезны. Не проходите мимо. Людмила Васильевна. С ветерком. Не откажите. Привет, Люда. Прошу ко мне. Прошу. В Киев? Нет. А как же балет? Ну, какая девушка не мечтает танцевать, да еще в балете на льду? Что же, вы изменили мечте? Нет, просто мечту изменила. Прошу вот сюда, Рывонька, пожалуйста. Нет. Королева без заклонки и на седле не положено. Да я лучше здесь. Не положено. Сюда, вот так, сюда. Панас Петрович. Да? У меня есть очень хорошая мысль. На это денег нет, я же с Ромой поехали, все. Что?